Здравствуйте, рады мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот, рады мои, зима начинается. А уже много лет ко мне каждую осень. Вот, ну, короче, всю зиму, начиная с осени, синички подлетают и просят, вот сидит, и просят еды, семечек вот жареных насыпаю. Они вот клюют. А клюют, интересно, так схватят и улетают. Где-то в кустиках едят. Вот даже бывает, что забуду семечек купить. Приеду, блин. Сядет вот на зеркало и смотрит на меня. Говорит, ты что, морда, блин? Вот такие вот пироги. Приходится семечки покупать. А что мало сыплю? Во-первых, сейчас еще их мало. Не все прилетели, да, не все вспомнили. Вот к 5 часам меня все каждый день ждут. А потом буду сыпать больше. И все равно насыпаю, чтобы они только при мне поели, чуть маленько осталось. Потому что сорока, падла, прилетает тоже. Расчухала сорока. И потом я уезжаю, она подлетает и все склевывает. Вот такие вот пироги. Вот такая, знает время. Вот где-то примерно без 25 ежедневно прилетает. Я, бывает, раньше приезжаю, нету никого. Вон, кстати, щелкает. Видно, нет вон в кустах. Вот лапками зажмет. Лапками. Сейчас поближе подойду. Лапками зажмет в кустиках и раскусывает. Вот она, вторая прилетела. Ну все. Лайки, дизлайки. До свидания, радуемые.